Здравствуйте, я Андрей Лобов. Мы сейчас находимся в знаменитом в Индии городе Гуруграм. Это своего рода силиконовая долина, куда рвутся очень большое количество бизнесменов, молодежи, так как именно из этого города открыта дорога в любую точку мира. В Индии сотни предприятий, которые производят трициклы всевозможные. И поэтому я точно знаю, что наши киты здесь будут востребованы. Я очень доволен тестами. Тесты, на мой взгляд, превзошли сами в себя. Это большой опыт для меня, для всей нашей команды. Я думаю, что нужно двигаться в этом направлении, и совсем скоро мы увидим потрясающий результат, так как Индия – это самая мощно развивающаяся страна, и я вижу потребность в наших моторах. Я благодарен Sovelmash, которые, несмотря ни на что, строят предприятие, на мой взгляд, лучшее предприятие в нашей стране, которая позволит дать технологию «Славянка» всему миру, и это будет очень большой шаг вперед. Всем спасибо!